Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Я окружаю себя одними и теми же людьми на работе. Меняются коллективы, действующие лица, но их роли и модели поведения остаются одними и теми же. Я их могу заранее предугадывать, кто в какой ситуации как поступит. Каждый раз в каждом новом коллективе мне становится неинтересно, как будто бы не по пути с людьми, как окружить себя теми людьми, с которыми реально интересно, а не просто привычно и понятно. Ну, для начала я бы думаю, что если вы окружаете себя такими людьми, с которыми вам, что называется, привычно и понятно, то происходит это как минимум не случайно. Происходит это как минимум по той простой причине, что вы нуждаетесь в защите, вы нуждаетесь в стабильности, вы нуждаетесь в защищенности, вы нуждаетесь в том, чтобы вот как бы все было, ну, понятно, чтобы все было привычно, чтобы вы могли, собственно говоря, предугадывать этих людей. Потому что это то, что называется как бы стабильность. Вот. Ну да, за стабильность вы платите определенную цену. Это правда. То есть за стабильность вы платите цену в виде скуки, в виде неинтересности, в виде предсказуемости какой-то. Вот. Это правда. Ну, здесь, мне кажется, в первую очередь, если вот мы как-то говорим, да, о том, что вам делать, то я бы, наверное, в первую очередь сказал бы, что вот необходимо вам заметить свою потребность в том, чтобы себя как-то защищать, да, то есть вы вот как-то, ну, нуждаетесь в том, чтобы быть защищенным или защищенной. Я, к сожалению, не знаю вашего пола, да, и даже как вас зовут, не знаю, вот. Поэтому заранее как бы прошу меня извинить, если как-то вот неверно сказал. Вот. То есть вы как бы изначально вот получается, что нуждаетесь в том, чтобы себя защитить. Вопрос в том, от чего, да? То есть либо у вас есть некоторая болезненность, то есть некая такая болевая точка, вот, которую вы вот пытаетесь там, например, пытаетесь как-то вот спрятать, да, пытаетесь как-то защитить, пытаетесь как-то избежать каких-то вот, ну, неприятных моментов, например. Вот. Либо речь идет про вашу позицию какую-то, про вашу какую-то установку, что, ну, что общение, вот оно как-то вот, ну, должно складываться
в определенном русле. Вот. Вы, соответственно, к этому стремитесь. То есть это происходит вот на таком достаточно, получается, бессознательном уровне. Вот. Ну или на полубессознательном уровне. Понимаете, я надеюсь, да, что я имею в виду. Это первый такой момент, на который хочется обратить ваше внимание. А второй момент, на который хочется обратить ваше внимание, заключается в том, на что, собственно, вам интересно. Ну вот вообще. То есть вы говорите, что вот людей, с которыми мне интересно. Что вам интересно? Какие у вас интересы, какие у вас предпочтения, ценности? Куда вы сами идете? Вот. Куда вы сами направляетесь? Потому что люди могут быть хорошими сторонниками. Вот. Люди могут быть хорошими единомышленниками. Но если вы ищете, например, авторитета, допустим, ну, к примеру, если вы ищете авторитет, или если вы ищете как бы подчиненных себе, допустим, то модель поведения у вас, ну, на мой взгляд, ну, должна быть несколько иной. Вот. Потому что, ну, для разных целей, для разных задач разная модель поведения в данном случае. Вот. То есть я бы как-то вот сделал бы акцент в первую очередь, наверное, на этих моментах. Вот. И достаточно сильно бросается в глаза то, что как будто бы вы не контролируете тот процесс, который вот происходит. Вы же выбираете людей. Вот. Например, если говорить про тот же рабочий коллектив, допустим, если говорить про него, то вы в этом коллективе рабочим, да, оказываетесь, ну, скорее всего, не просто так. То есть вы в рабочем коллективе оказываетесь, ну, в общем и целом, для того, чтобы работать. В первую очередь. Понимаете, да, как бы? Вот. А, соответственно, заводить как бы друзей и искать людей, с которыми вам будет интересно на работе. Ну, это, на мой взгляд, решение несколько сомнительное, потому что на работе люди, как правило, все-таки именно что работают. Они там не ищут, как правило, себе друзей именно. То есть если, ну, хорошо, конечно. Хорошо и здорово, если они там их найдут. Вот. Но поскольку в этой сфере всегда есть коммерческая сторона, ну то есть вопрос заработка, вот, то
это всегда накладывает определенный такой отпечаток. Поэтому вам бы больше вот уходить в хобби, вам бы больше уходить в какую-то такую историю, ну, собственных, ну, занятий, собственных развлечений, да, то есть вот, ну, по большому счету, вот, кто вот уходить туда, как бы, где вам нравится, уходить туда, чем вам, ну, нравится заниматься. Например, вот, и, соответственно, уже как-то вот на это вот обращать, ну, свое внимание, понимаете, да? Вот, то есть я бы вот как-то, наверное, на это бы больше обращал бы, как бы, ну, фокус ваш, вот. Потому что это как-то мне кажется более прогрессивно, чем вот то, что сейчас, например, вы, ну, чем то, что вот сейчас вы, например, делаете, да, и то вот, чем, на что сейчас, грубо говоря, как-то вот делаете свой акцент. Ну вот, то есть это неплохо. Это неплохо. То, что вы делаете, это неплохо. Вот. Просто нужно, как мне кажется, несколько вот оптимизировать тот вот процесс, да, который у вас сейчас происходит. Вот. А для этого как-то вот, ну, для начала, да, постарайтесь вот для себя определить, вот, что вообще мне интересно. Что вообще меня там, например, привлекает, да, что мне нравится и так далее. Вот. То есть как-то вот на это обратить свое внимание, ну, постарайтесь, по крайней мере. Вот. Ну, что еще можно сказать и добавить, что как правило, подобная проблематика возникает тогда, когда человек несколько вот в себе не уверен. Вот, то есть, ну, вы вот, ну, можете быть в себе не уверены, да, вас ну, может что-то пугать, вот, вас может что-то настораживать, вот. И, соответственно, ваша задача здесь, на мой взгляд, по крайней мере, заключается в том, чтобы как бы увидеть вот то, что вас напрягает, то, что вам мешает. Я уверен, как мне кажется, что вы, ну, вы сможете найти это, если как раз
Ну, если этим озаботитесь, да, то есть если начнете как бы обращать на это вот свое внимание, то я уверен, что вы сможете это увидеть. Вот. Но, конечно, может быть и такая ситуация в то же время, что вам будет сложно это делать. То есть может быть такая ситуация, что у вас будет сопротивление. И в этом случае, конечно, имеет смысл вот, обратиться за помощью. Вот. Что смущает, да, немножко, это вот то, что вы очень коротко, очень кратенько вот, свой вопрос как бы задается. То есть смущает то, что очень мало информации вы, ну, даете по большому счету. Вот. То есть проблема-то серьезная, да? У вас. Вот, ну, вас не устраивают как бы вот люди, да, с которыми вы как-то вот в отношениях находитесь, вам это не нравится, вы хотите это изменить, вот, а информации вы даете как бы, ну, совсем чуть-чуть, совсем немного, ну, вот. И как бы то ли вы не надеетесь на то, что вам можно помочь, например, да, то есть, ну, просто вот не надеетесь, просто задали вопрос от отчаяния, особо не рассчитывал, особо не надеюсь на то, что получите какую-то вот, ну, помощь, вот, а то ли вы несерьезно относитесь просто к этой, ну, к этой вот ситуации в целом. Вот. То есть как бы это вот такой момент, на который, на мой взгляд, вам нужно обратить свое внимание. Вот. Ну вот, наверное, примерно так я бы ответил вам в качестве, ну, обратной связи, да, на вот то, что вы написали. Это, конечно, такой вот, ну, максимально общий ответ, потому что, ну, информации, повторюсь, очень мало. Вот. И хотелось бы больше информации, ну, больше информации там про вас, вот, про вашу жизнь, про то, как она, в смысле ваша жизнь, организована и так далее. То есть вот хотелось бы как-то вот все это узнать, вот. Вот, но пока что как-то вот возможности нет, чтобы этого сделать. Но я надеюсь, что необходимую информацию вы предоставите вот как раз тому эксперту, да, вот, которого выберете для работы над собой, потому что, ну, работу вам совершенно очевидно, как бы, здесь, ну,
необходимо. Да. Вот. То есть я надеюсь, что ну, сам не подвергается. Вот. Какой-то такой ответ. Давайте, наверное, пока что закончим на этом. Вот, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Вот, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.